Это человек с буквой О в имени, характерно богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Имя с буквой Т делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Звук Г в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук Г означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости, порядочность и гражданское мужество. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Обладателю этого имени импонирует величие и успех. Они презирают любую посредственность и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые, требовательны к себе и к окружающим. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.